10 лет только в прямом эфире. Добрый вечер. Прямой эфир. 500 программ. 1000 гостей. 500 000 украинцев в реальном времени оценили действия власти. Он приглашал лучших. К нему приходили главные. Являлись без приглашения. Дайте документы свои. Уходили, не прощаясь. Его выключали из эфира при Януковиче. У телеканала «Интер» появились технические трудности. При Порошенко. То, что нас можно снимать в эфир, как хотите. Власть становится оппозицией. Оппозиция властью. И ничего не меняется. Если от меня требуют быть цензором избирателей, я этого делать не могу.